На Славянском рынке товаров и услуг магазин «Мир посуды» уже более 8 лет. 5 из них он является участником программы «Качество». Для того, чтобы стать обладателем почетного знака, как призналась директор магазина Светлана Мишина, многого не надо. Просто качественно выполнять свою работу. Работать хорошо, товар преподносить хорошо, качественный товар всегда клиенту доставать. А вот салон красоты «Париж» участником губернаторской программы «Кубанское качество» стал совсем недавно. Руководитель салона Марина Колесник считает, что участвовать в такого рода программах очень престижно. Мы вступили в эту программу месяц назад. То есть мы решили, что это очень престижно, что это поможет развитию нашего салона. У нас уже как бы много клиентов, хорошие отзывы идут. И благодаря этим отзывам мы решили вступить в эту программу. То есть я думаю, что для дальнейшего развития нашего предприятия это как бы хороший плюс. Чтобы стать участником программы качества, нужно пройти жесткий конкурсный отбор. Главный критерий оценки деятельности предприятий, желающих участвовать в конкурсе, предоставление качественных услуг и товаров населению. В нашем районе участниками программы качества являются 199 предприятий и предпринимателей, среди которых магазин «Продукты» по улице Школьной, ресторан «Арбат», медицинский центр «Лекарь», склад оптовой торговли и многие-многие другие, для кого интересы потребителей превыше всего. Анна Монастыренко, Дмитрий Натура, программа «События».